частности, глава Кубани и мэр Краснодара рассказали сегодня о создании оперативного штаба по благоустройству краевой столицы. Организовали его по поручению Ткачева почти год назад, для того, чтобы привести город к единому архитектурному облику. За это время разработано более 300 эскизных проектов, магазинов, кафе и парков. При этом, как отметили на семинаре, все эти предложения обсуждаются с самими краснодарцами. Жителей приглашают на заседание, а также учитываются замечания, оставленные на официальном сайте штаба. К слову, как показал последний соцопрос, преобразование Краснодара сегодня одобрили уже более 70% горожан.